Здравствуйте, ребят. Сегодня у нас на обзоре будет кальян от компании Еврошиша. Я хочу, в принципе, рассказать немного про компанию Еврошиша. Еврошиша – это второй проект компании Sivas Online. Sivas Online – это сервис, где вы можете приобрести товары, табаки, угли, аксессуары для кальяна по ценам, как на Сивасе, и даже ниже, как утверждают продавцы. Сайт у компании Еврошиша очень простой – еврошиша.com. И совсем недавно на этот кальян сняли обзоры популярные видеоблогеры Густой, Давадым и так далее. Густой вообще, Давадым очень сильно сотрудничает с Еврошишей, пиарит их, и в принципе все у них идет хорошо. Реклама у них настроена нормально. Данный кальян мне прислал на обзор Игорь Кудрявцев. И рассказал очень мне прикольную информацию. Вообще Еврошиша — это русская компания, но делают они свои кальяны в Китае. И они познакомились с очень хорошими ребятами, которые делают кальяны Soft Smoke. И как вы можете наблюдать, этот кальян очень сильно напоминает дизайн кальянов Soft Smoke. Как мне сказал Игорь, они изначально сотрудничали с Soft Smoke и передали ему все чертежи. И компания Soft Smoke стала делать, но в какой-то определенный момент сказала: к сожалению, мы не будем с вами сотрудничать. И спустя какое-то время выпускают кальяны Soft Smoke, которые сейчас все хайпят и которые сейчас у всех на слуху. Кальян из нержавейки у них стоит 5-6 тысяч рублей. В принципе, хорошая цена, но данный кальян полностью из нержавейки стоит от 5 до 9 тысяч рублей, а кальяны Soft Smoke полностью из нержавейки стоят от 10 тысяч рублей. В чем вообще суть данного кальяна? Я бы его рекомендовал бы покупать заведением, потому что кальян из нержавейки от 5 до 10 тысяч рублей на данный момент трудно найти. Идет он в комплекте с колбой, имеет основание а-ля от Ивана, и у него, у этого кальяна есть ряд недоработок. Какие? Данный кальян мы курили не так часто, но раз в день, в протяжении, наверное, месяц, чуть, может, побольше. И мы его постоянно моем, я его постоянно раскручиваю. И что происходит с резьбовыми соединениями? Когда мы курим табак, который очень сильно влажный, обильно влажный, в местах, где идет резьбовое соединение, появляется сироп от табака. Данный сироп появляется не только возле основания, данный сироп появляется еще под блюдцем, над блюдцем, там, где идет коннектор на чашку. И, в принципе, вообще на всех резьбах, где только вот есть резьба, там появляется этот глицерин. При этом, если мы будем проверять тягу, да, закроем верхнее отверстие и попытаемся вдуть в себя, то он абсолютно герметичен. Также хочу сказать то, что кальян мне пришел с этой колбой, которая, в принципе, к этому кальяну не особо подходит. И лучше он смотрится на каком-нибудь колоколе, либо на колбе от компании Craft. Также хочу отметить то, что данный кальян имеет диффузор откручивающийся с отверстиями, и весь кальян полностью разборный, что очень мне дико не нравится. Извините, что он немножко грязный, я его просто не помыл. Мне не нравится это верхний коннектор на чашу. Он до хрена здоровый, имеет диаметр отверстия, наверное, не знаю, 1 сантиметр 8 миллиметров, если, ну, примерно так. То есть у данного кальяна нереально легкая тяга, и это не всегда хорошо, потому что большой диаметр отверстия несет в себе потерю дыма, потому что дым более разряженный идет в колбу, и, соответственно, не так много дыма мы получаем на выходе. Продувается кальян отлично, и самое главное, что он стоит от 5 до 9 тысяч рублей, опт либо розница, да, и самое приятное, что он полностью из нержавейки. На этом все. Покупайте Еврошишу. В принципе, ничего плохого я в этих кальянах не вижу. Более-менее мне нравятся кальяны Еврошиша, которые немного чуть-чуть дороже, которые сделаны под кальяны МИК.
под немецкий кальянный миг. Стоят они, по-моему, 10-12 тысяч рублей, нереально круто выглядят. Вот. Всем спасибо за то, что смотрели обзор, подписывайся, и Еврошиша есть место быть.